Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах, которые необходимо помнить при кормлении котенка. Маленький котенок нуждается не только в большом внимании к себе со стороны хозяина, но и особенном уходе, основную часть которого составляет правильное питание. Чем кормить мяукающего друга в первые месяцы его жизни? С какими интервалами это лучше делать? Рассмотрим подробнее основные правила кормления котенка. Количество приемов пищи зависит от возраста котенка. Питомцу до 2 месяцев необходимо давать пищу небольшими порциями 5-6 раз в день. Котенка в возрасте 3-4 месяцев рекомендуется кормить реже 4 раза в день. Когда животному исполнится 6 месяцев, можно переходить на трехразовое питание. Если кошка по каким-то причинам перестала кормить котенка, которому еще не исполнился месяц, малыша необходимо кормить специальными смесями-заменителями кошачьего корма. Их можно найти в зоомагазине. В большинстве случаев в возрасте 1,5 месяцев котята могут употреблять и другие продукты питания. Мясо – важный элемент рациона любой кошки, особенно маленькой. Для кормления котенка лучше выбирать постные сорта. Не давайте питомцу сырое мясо, предварительно сварите его. Также помните о том, что котятам противопоказаны кости. Идеальный вариант – сделать фарш для своего мяукающего малыша. Если вы выбираете для своего питомца сухой корм, покупайте продукцию только проверенных, известных компаний. Также следите за тем, чтобы котенок, питающийся сухим кормом, выпивал достаточное количество воды. На 50 граммов корма должно приходиться 150 миллилитров воды. Таковы основные правила кормления котенка. Следуя им, вы сможете избежать большинства распространенных проблем, которые могут возникнуть при неправильном кормлении мяукающего в первые месяцы его жизни. Если ваш питомец имеет особенности развития и ему необходим специальный рацион, обратитесь за консультацией к специалисту. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!